Это 29-я школа. Это Старца. Это Горького. Сейчас мы так пойдем. Это вот остановка. Такая же разбитая улица, как и была разбитая она. Вот остановка. Сейчас чуть-чуть тебе засниму. Погуляю. Специально ради тебя пошла гулять. Сегодня не рабочий день. Сегодня дети, по-моему, не учатся. А нет, учатся. Как бы сюда зайти-то? А, вон там зайдем. Сейчас. Я зайду, тебя засниму. Это вот, помнишь, начало? Младшая была школа. Ну, нет, я не поняла. А, надо было там заходить. Но я уже не буду возвращаться. Заходить надо было там. Вот. Я другой хотела тебе заснять. Вот, помнишь, вот тут начинался такой забор. По-моему, он был бетонный, да, забор? Это вот я по Горького иду в сторону Панфилова. Вот. Вот что они здесь выстроили. Они здесь выстроили спортивный зал. Вот что сейчас с этой школой стало. Вон там они поле сделали. Выстроили вот такой спортивный зал. И это вот по Горького в сторону Панфилова. Если я туда пойду, будет Панфилова. Тебе еще заснять вот эту улицу и вот этот старый дом, который всегда вот здесь был на углу. Если помнишь, всегда был вот этот дом, и вот только сейчас его начали ломать. Вот, сейчас. Вот здесь вот эти были домики старые, вот еще видишь. Если ты вспомнишь его, еще вот эта крошка сделана, этот дом. И вот тут такой саманный домик совсем был. Это вот эта улочка, по которой, если идти на Гастелло, помнишь, вот здесь мы шли. Но это, может, уже еще при тебе было уже это... Вот здесь мы поворачивали. Вот уже вот в этом переулке, в принципе, вот здесь, мы уже вот так поворачивали и шли мимо вот этих домов. Сейчас они тут построили вот эту СТОшку, автомойку. Это автомойка, не СТОшка. И теперь надо поворачивать за вот этой автомойкой. Заодно посмотрим... Сделали они здесь. А, здесь тоже сделали эту речку, изменили. Сейчас я тебе покажу. Сейчас. То мы вот так мимо проходили, а теперь, видишь, такой получился тут у них тупик. Из-за этой СТО. Ой, из-за этой автомойки. И вот они все-таки сделали до сюда. Вот такую все равно речку они всю засыпали. Сделали вот такой арык. Ну, речку, я не могу сказать, что они сильно ее засыпали. Но, может, там сантиметров 30 с той стороны и 30 сантиметров с той стороны. Так прям сильно нет. Давай вот так пойдем по вот этой неасфальтированной дорожке. Повспоминай. Часто все-таки мы с тобой здесь ходили со школы. Не знаю, мне до сих пор она так нравится. Да, какая-то она всегда казалась такой зеленой. Такой, не знаю, какой-то... Простой, что ли, деревенской какой-то. Тут уже вот домики такие красивые есть. С балкончиками так нравятся такие, когда балкончики. Так. Сейчас я чуть-чуть поснимаю.
Видишь, также лужи. Все, я подхожу уже к Панфилово. Я не знаю, как вы держите камеру, чтобы они не болтались. Вот. Получается, пока так только снимаю. Но я думаю, это уже при тебе все. Вот этот уже был построен. Вот раньше наш магазин был. И если я правильно помню, мне кажется, вот на этом месте когда-то твой папа работал, мне кажется, он продавал квас. Напомни мне, если это так. Дорогу быстро перейти. Мне вот в этом бильярдном нравится. Там такая люстра у них большая, несколькометровая висит. Но ее сейчас не видно. Да, ее не видно. На вот эти все, ну как на два, на три окна. Нет, не видно. На три окна. Такая длинная люстра. Так, ну вот это. Как раз мы прошли. В общем, я подхожу к твоей улице. Сейчас засниму чуть-чуть твою улицу. Это значит Погостелло. Это вот дубы. Конечно, на камере не так красиво, как сейчас есть. Все распускается. Вот. Вот это очка. Это вот первый домик. Вот тут такой домик построили. Это твоя улица родная. Давай-ка я сброшу. Я подошла к твоей улице, и вот такая машина, она собирает мусор. Вот там люди выставляют свои мусорки, ну как, бачки с мусором. И вот, вот такая машина, они забирают, ездят по улицам и забирают мусор. Во вторник и в четверг у нас ездит два раза в неделю мусорка. Такие люди в оранжевом. Вот они собирают мусор. Сейчас они уедут, и я по твоей улице дальше. Улица. Вот первый домик. Он так и остался еще с того времени. Здесь уже построили вот такой красивый домик. Я уже подойду к твоему дому. Ваш дом таким же остался, как он и был. Тот же вот фронтон, та же крошка. На, ну вот, как сделано, как у вас дом был, такой он и остался. Вот. Насколько я знаю, только ворота и забор, да, поменяли. И, по-моему, у вас вот здесь растения, мне кажется, какие-то были. Так. Твой номер. И, по-моему, номер ваш остался еще. Ну, вот видишь, вот так могу только заснять. Да. Это ваши соседи. И вот тоже ваши соседи. Я дальше не пойду, потому что я не помню, где Таня жила. И я не знаю, что дальше снимать. Ну вот твоя улица. Такие петухи. Красавцы. Здоровый. На камере, наверное, так не будет видно. Как они это прям большие такие, крупные. И все, домой пошли. Пошли траву поесть. Так.
Но мне надо идти дождь встречать. Заодно посмотрим, что тут с нашей стройкой. А, да, вот моя улица. Мой дом. Сейчас у нас тут еще стройка. Сейчас я тебе чуть-чуть засниму. Они начали уже брусчатку ложить. Ну, строят китайцы, не наши, не киргизы, строят китайцы. Вот я подхожу уже к нашей улице Погостелло. Дубы наши. О, чьи-то курочки. Смотри, я такого еще не видела. Кто-то курочек. Ничего себе. Смотри, сколько много куриц. Видно тебе, нет? Это вот, наверное, вон тот дом открыт. Ворота открыты? Ничего себе. Надо, наверное, пойти им сказать, что у них курицы сбежали. Смотри, сколько куриц. Надо пойти сказать. Сейчас я вернусь, скажу. Интересно. Может, кто-то пасет? Ну, вряд ли. Там уже асфальт и брусчатку они положили. По одной стороне. В общем, я туда не пойду. У меня ребенок, оказывается, уже дома. Пока я куриц снимала, ребенок уже домой. Интересно. Они никто по-русски не говорят, эти китайцы. Вот таких интересных шапках они в своих. Такие перевязанные платками. Вот интересно. В этих... Ну, лица эти в масках от пыли. Вообще никто по-русски не понимает. Если у них что-нибудь спросишь, ничего не ответят. Ну, все, ладно. Я иду. Вот интересно, тут они, вот видишь, уже эти боги с брусчаткой. Тут они, наверное, рык будут делать. Ой, тут что-то прям все так сложно, такая. Смотри, как сделали. Здесь это одно. Здесь вот это, которая наша была речка. В нее еще один арык будет стекать, которого не было. Здесь же не было арыка. Нет, только шлюза это осталось. Вот эта речка. И вот сюда теперь тоже будет ходить. И вот туда будет тоже вода идти. Все так. Все, это моя улица. Еще раз Погостелло покажу. Здесь вот еще такой большой железная труба лежит. Не знаю, для чего она лежит. Тоже, наверное, для чего-то лежит. Ну и все. Вот моя улица. Снимали.